обучение было там что-то порядка чуть ли не 20-30 тысяч в год. И можно было по 1000 рублей чуть ли не каждый месяц приносить. Это было мне реально. То есть оплатить, я помню, работала параллельно еще и кафе «Муму», уборщицей в Тушино, там был салон красоты. Много где я работала, и вот, то есть, это было возможно, то есть, не 50 тысяч, там, не знаю, евро. На эти, а где ты жила? Сумму. Я снимала комнату с девочками в Тушино, вернее, не комнату, а кровать. То есть, это, кстати, вот, в 17 лет это была моя первая в моей жизни кровать.